have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки Baldur's Gate. Так, пока тут немножечко прогружался, смотрел тут все это. А гляньте, какая тут занимательная, ну не то чтобы люстра, но, черт побери, тут висит целый скелет. А также вот эта штука мне еще немножечко насторожила. Почему плюшевого медведя 30 хп? Что с ним не так? Не думаю, что такой зверь сдался бы без боя, да? Зверя чуть должно быть было не просто задача убить и под. Так, дальше. Будем по очереди подходить, пора. Во! Крупный был зверь, но видно, что еще молодой. Представляешь, что сделает медведица, если выследит охотника. Ага. Да, печальное зрелище. А, офигеть, сколько тут заклинаний. Так, это все надо забрать. Заклинания потом пораставляю. Это все, конечно, офигенно. Мне это все нужно. Блин. Так, корзина, полынь. Полынь я, кстати, наверное, заберу. Черепа я не знаю зачем мне. Скелет. В скелете есть бутылка. Ну, вы поняли, какие у меня появились ассоциации, да? Что бедный парняга попал на бутылку перед тем, как отъехать. Но, не знаю, ваза. В вазе ничего нету. Да, тут, в общем, котел. Нет, 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 в смысле, брать котел я не буду. Бутылки. Стопка книг. Стопка книг. Череп в камине, между прочим. Тут исследовать все можно. Так, нет, это... Что это за... Противоядие, кстати. Заберу. Спасибо. Чучело кабана. Чучело кабана со мной разговаривать не хочет. Хорошо. Пойдемте сюда. Чучело головы волка. Так, сундук. В сундуке есть защитные наручи. Ой, блин, какая красота. Так, против моих. Перчатки силы. При нанесении удара в ближнем бою есть шанс наложить штраф. Минус один. К броскам и атакам испытаем. Так, стать крепостным валом. Пока вы не надеваете доспехи... Пока вы не... Надевайте доспехи и не держите в руках щит. Получаете бонус плюс 2 к классу броня. Не надевайте доспехи и не держите в руках щит. Прикольные типа, эти условия для ношения. Чернильница. Не хочу, спасибо. Зажги свет. Спасибо. Что у нас тут есть еще? Есть стол. В столе ничего полезного. Книжечки. И еще книжечки. И, наверное... Теперь я буду, кстати, очень близко все рассматривать. Учитывая, как мы чуть не упустили в прошлый раз этот рычаг. Так, ржавый... Провал чего? Обезвреживание ловушек. Так, добавить бонус. Хочу. 9. Но бонусы срабатывают. 18, отлично. Продолжить. Заперто. А как мы отсюда выйдем? Ну хорошо, пойдем дальше пока. Мы сюда зашли через зеркало. Я не помню, мы эти бочки обыскивали, нет?
не обыскивали. Тут полно трюфелей. Я буду сейчас все лампочки зажигать, чтобы можно было бы лучше все рассмотреть. Тут вон тоже есть. А, офигеть, так взять все. Идем. Ставка с бутылочками. Ничего не заслуживает внимания. Тут куча разных вот этих вот и черепов, и чего хочешь. Корзина, бутылки. Ну давайте сюда пройдем. Да, тут вон можно еще один рычажок дернуть, пройти дальше. Первого лица тут не побегать. Ну ладно. Ядро и простой токсин взять. Все, конечно же. Если я потом распределю. На самом деле немножко неудобно то, что И отвечает за поворот в противоположную сторону, а Q в противоположную. Ну, то есть... Ладно, открываем. А это... Ага. Это нас выпустит отсюда. Я понял. Пойдем еще раз здесь осмотрим все в центре. Возможно, кстати, места, куда мы не заходили. Например, сюда. Нет, здесь мы были. Здесь был парняга с бутылкой, точно. Человек, которому не повезло в этой жизни. Так, ну тогда получается... Все, мы тут нашли кучу заклинаний, кучу всяких хороших вещей. Погоди, вон скелет на столе валяется. Кость. Костян. Молоток. Миска. Заметки об исследованиях. Это мы читали? Нет? Ну-ка. Возвращение к жизни и удаче. Смерть наступила слишком давно. Тело разложилось. Реанимация, неудача, мертвец проснулся упырем, пришлось убивать снова. Разговоры с мертвым, неудача, ответы бессмысленный. Клон, неудача, нужна живая ткань. Реанимация плюс клон, неудача, пришлось убить обоих упырей. Воскрешение, неудача, но почему? Магическое проклятие, истинное воскрешение. Я исчерпал все свои знания и ресурсы. Книга предлагает мне помощь, посмею ли я принять ее? Книга. Да, сундук я открывал, лутал. Ну, в принципе. Я не знаю, есть ли смысл разными персонажами пробовать ее открыть. Потому что, мне кажется... Может, есть какая-то тайная какая-то кнопочка, где-то что-то. Ловушка была, да, я ее обезвредил. Тут, собственно, книга. И горгулья. Мраморная плита. Обезвредить. Давайте я сохранюсь. Давненько я этого не делал. Как мне открыть эту чертову дверь? А, кстати, вот эту лампочку тоже зажжем. Это никак не связано с вот этими чучелами. Может, еще с чем-то. Здесь мы заходили. Здесь вряд ли что-то будет. Хм.
Вы что, издеваетесь? Я очень хочу туда попасть. Причем тут же даже перелезть можно. Просто подсадить кого-то и все. Ну. Дверь. Паучий кокон. Эта книга явно нужна, явно то, что я хотел бы получить. Так, вы перелистываете страницы, заполненные странными зарисовками и алхимическими формулами, кое-где текст простой, кое-где руны и письмена, которые вы едва можете разобрать. Здесь указаны указания про по трансмутации металлов и чертежи боевого оружия, но в большей степени книга посвящена воскрешению мертвой плоти. Так. Читаем, пожалуйста. На паузе. Свиток плавания. Плавное падение, кстати, это я заберу. Спасибо. Бутылки. Я не знаю, мне оно не дает покоя. Возможно, я упускаю что-то очевидное. Ну хорошо, будем знать, что оно здесь. Мы теперь со стражниками справились. Все тут уже нашли, открыли. Можно потихонечку, наверное, валить. Посмотрим сейчас, что со всего этого получится. Там какие... Что, конечно? А, ну нормально. Ветхая дверь, которую мы можем открыть. Ящичек. Хорошо, давайте смотреть по карте. Что у нас здесь? Можем ли мы пройти сквозь эту деревню? Ой, стой, тут можно поспать? А как, собственно, чтобы спать? Ладно. Я не уверен, сработало, не сработало. Тут еще много вещей, которые мне надо понять, как это все работает здесь. Кстати, а в котелочек приготовить что-то можно? Перегрузка. Мне это не надо. Так. Котелок. Бросить. Можно было бы еще метнуть его, да? Кофе. Блин, кофе я бы, кстати, выпил бы. Бутылка с жиром. Красота. Так, мы очень близки к перегрузу, но пока что вроде... Держимся. Итак. Если мы пройдем насквозь, пока что оставлю эту деревню. Мы сейчас идем. Мы идем, по идее, туда, куда мне надо. Спасти друида и найти песню ночи. Исследовать храм. Ну, значит, нам сюда. Офигеть, а как туда попасть? Видимо, сюда. Другого пути я не особо-то и вижу, кстати. Лагерь гоблинов. Сохранение. А мы тут прям драться-драться будем? Сохранение. Давайте я еще и ручное сохранение вставлю. Мне-то что? Мне нормально. Так, цепь. Ужин пришел. Дерьма кусок. Let's try to be diplomatic, shall we?
Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power. Так, а пока я не отдохну, я лежал на кровати, как мне отдохнуть? Ладно. Да, животное принадлежит к виду. Так. Ну, давай вот так вот. Десятка, в принципе, можно. Давайте я докину бонус. Нормально. How do you know? Dumb as a rock. But world class are tearing the throats out of Tupai нацепка. Rest of her litter's inside in the pens. Beautiful beasts. Так, никогда не приходилось видеть, очень хотелось. It'd be a shame if you came all this way without having a look. But I can't let you pass just like that. Celebrating a raid, we are. You'll need to wear our war colours. Нет, да? Никаких проблем, нужен особый узор. Whatever calls you. Подмигнуть, зачерпнуть перевершение деревенщины и шмырнуть четырех охранников. Мне кажется, он нас стебет. Теперь мы деремся. Блин, их тут до задницы. Ну, в принципе, ладно. Мой ход. 55, 65, 65, 30. Так, и отходим. Как ты промазал? Та огромная туша стоит. Отходи. Минус. Разбегаемся, как сопли по стенке разлетаемся. Так, огонь кубы. Эдес. И тоже ходу отсюда. Они все подойдут сейчас, не переживайте. А почему этот успел подойти, пока тот ходил? Рывок, да, подходи. А почему у всех рывок? Как бы так аккуратнее сказать, типа жопа. 75, 60, давай 75 вот этого мочить, самый большой. 7. Завершаем. 75, да. Если мы снимем зверя прям сразу... Сюда переместить, чтобы лучше стрелять потом. Есть. Одного сняли сразу. Перемещайся сюда. Cover me. I'm going for the alarm. 65, кстати, хорошие шансы. Mine is the advantage. Десяточку, красиво. В общем, я... Ай, 5 промах. Блин, а ее убьют сейчас. Критический.
Да, ее убьют. Какой промах нафиг, дружище, ты о чем? Так, одну хпшечку и... Блин. А, хилочку. У тебя есть? Скажи мне, пожалуйста, что у тебя есть хилка. Что я не растратил все хилки на других чуваков, блин. Так, хилки у меня нету. Это максимально печально. Касание вампира. Так, и, минуточку, я не могу его использовать, да? Как бы мне ее вылечить-то? Извините. Если я сейчас попробую вырваться, то меня дважды ударит, и точно кто-то попадет по мне. А, тогда... А мне ничего не остается. Поехали. Можешь его убить, пожалуйста? Критически на 8?! Можно, пожалуйста? А можно и поднять, пожалуйста? А, они обе валяются, что ли? Так. Подожди. Устойчивость. Наставление. Священное пламя. Промах, отлично. Уходи. Ресэм. На ходу мне не остается, конечно. Да хорош ее ронять, блин. Так, а я могу 45 огонечком только могу. Ну, блин, чел, ты 3 раза выстрелил, 3 раза промазал. Тебе вообще нормально так? Это еще одна хороший стрелок. Можешь его поджечь? А почему 30%? Ладно, по крайней мере, он попал. Получил на смерть. Короче, не, этот бой проигран, я так понимаю. Да. Красавчик, 4 раза уже промазал. Сам бесполезный чел, я тебя поменяю, когда буду в лагере. А, я думаю, нужно загружаться. Лагерь гоблинов.
Мне не хватает расположения. Я дал окружить своего персонажа. Мне надо было сразу отбегать подальше. Тут или пытаться с ними договориться, или же... Я даже не знаю. По тактике их как-то обыгрывать, но придется по-другому обыгрывать. Так. Так. Unless you got another reason to be here. Let them out glows, but you feel nothing in response. Your power is beyond reach until you rest. Добавить бонус. Два. Ну, спасибо. Повторный бросок, конечно же. А, тут максимально. Ну, отлично. This better not be Ninfara's messenger. If the boss finds out I gave her a hard time, that's me done. Так. Надеюсь, она не к Ментаре с посланием, а то старший знает, что я не впустил, башку оторвет. Гнездо сообщений для Ментары. Oh, right. Beg pardon. Gotta give all the visitors the old squinty eye, you know. Go on in and have a drink for me, eh? Who? If he ain't one of us, and if he's here, he's down in the pits. В яме, down понятно. In the pits. No less. Sounds ominous among creatures that love blood sports. Better step to it. Mm-hmm. Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Mm-hmm. Rip the guts out of Joaquin's rest, we did. Приют Вокин спалили. Lads even captured some duke. Worth celebrating, that is. Понятно, спасибо. Очень важный паразит. Получает вдохновение. Так. Шарлатаны, та-та-та-та-та. Вдохновение. Очень важный паразит. Обмануть любого из стражников в лагере гоблинов. Вдохновляющее событие. Обмануть заколдованное зеркало в тхайском подвале. Обхитрить гоблина в лунной гавани, проникнуть в святилище, заболтав бандитов. Неплохо, неплохо. В общем, с вами дегенератами мне драться не придется. Это прям хорошо. Извиняюсь. Ну, как бы, смотрите, лучшая битва это та, которая не состоялась, так что все в порядке. Давайте в пяточку. Ребят, смотрите, что я хочу вам предложить и что я хочу сделать. У меня тут небольшая проблемка сложилась с Baldur's Gate, потому что я хочу, мне эта игра очень нравится, прям офигеть нравится, и я хочу обнюхать здесь каждый закоулочек и каждый уголочек, поэтому мне бы хотелось потратить здесь очень много времени. Но часовые серии проходят очень быстро, я очень мало чего успеваю сделать. С другой же стороны, при обработке часовая серия весит в районе 100 гигов, и потом это максимально некомфортно грузить. И третий заключающий момент в том, что на самом деле у меня не так много зрителей на эту игру. Я вас прекрасно понимаю, потому что, во-первых, я начал далеко не первым, во-вторых, пару серий в неделю это не то, что хочется смотреть, когда такой обширный проект, и в-третьих, я думаю, что вы посмотрели уже, кто хотел посмотреть, вы уже посмотрели у других ютуберов. Я предлагаю не мучить... вас, я предлагаю не мучить игру и предлагаю в конце концов не мучить себя. Давайте мы на этом прохождение приостановим. Я не буду скрывать, я буду дальше играть в эту игру, не на прохождение, а для себя.
А мы с вами со следующей недели начнем другое прохождение. У меня есть еще несколько игр, которые стоят в очереди, которые именно больше подходят под запись, а не под то, чтобы посидеть и поиграть. Потому что Baldur's Gate — это одна из тех редких игр, как, например, Pillars of Eternity, кто в курсе, в которую хочется сидеть, играть, тратить здесь часы и десятки часов, и все равно оставаться довольным, но она не очень хорошо годится под запись. Поэтому оставляю этот проект сейчас на этом месте, не потому, что она мне не нравится, и не потому, что как-то... В общем, дело не в игре, игра обалденная, я хочу ее дальше перепройти. Возможно, кто сейчас дослушал все это, подумает, что это частично мой эгоизм. Я могу подтвердить, да, это мой эгоизм. Я хочу проводить с этой игрой больше времени, а на запись у меня удается выделить на эту игру всего лишь 2-3 часа в неделю. Я хотел бы в это играть побольше, но, к сожалению, не могу себе это позволить, пока я ее записываю. Поэтому все, ребятушки, на этом мы на Baldur's Gate останавливаемся. Я буду в нее играть дальше. Потом я, наверное, как-нибудь, знаете, я запишу видео, когда я ее почти пройду или поиграю в нее достаточное количество времени, я запишу видео со своим мнением про Baldur's Gate и что мне в ней понравилось. И было бы неплохо тогда обсудить, потому что я бы вам рекомендовал самим поиграть в эту игру. А пока так, на следующей неделе у нас на место Baldur's Gate придет новый проект. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.